Всем привет! Сегодня я хочу поделиться с вами своими впечатлениями. Я заказал на Makiza полный набор прокладок двигателя номер 01531702 Виктор Ленц. В чем, собственно, сегодня мое мнение? Перед тем, как заказать, полазил по интернету, нигде не смог найти нормального описания начинки, но поскольку это Виктор Ленц, решил все-таки повестись и заказал. Но в итоге, ребята, я очень доволен. Сейчас покажу, что внутри. Итак, открываем коробочку. Внутри вообще все очень приятно, обалденно упаковано. Тут полный набор. Причем на всех пакетиках есть номера. Эти номера соответствуют каталожным. Я постараюсь их переписать под видео. Прокладка клапанной крышки. Прокладка колечка. Посмотрю даже под что. Что тут? Вот это, по-моему, прокладка дроссельной заслонки. Дальше два сальника, распредвал и передний подшкив коленвала. Вот они, сальнички, вот номер. Сальник коленвала, по-моему, вот это он. Задний именно сальник мотора. Придется его тоже менять, потому что там течет, ну, прям люто в моем Makiza. Ну, не в моем, а тот, который, да, я сейчас делаю. Так, дальше. Маслосъемные колпачки. 6 штучек. Ну, Виктор Ленц, я не думаю, что в их надежности стоит сомневаться. Поехали. Вот такой вот набор прокладочек. Это под масляный насос, под нижнюю часть двигателя. Дальше впуск. Очень приятно запаковано. Прокладка головы, вполне достойная прокладочка с герметиком, все как положено, с инструкцией, как тянуть. Так, прокладка выпуска, тоже металл, такая, в принципе, приятная железка. И фирменная фишка Виктора Ленца. Не думал, что они это будут упаковывать в комплект прокладок. Герметик Виктор Ленц. Герметик, волшебный зажимчик для выжимания герметика до конца и носик. В общем-то, как я уже сказал, все номера соответствуют каталожным. То есть по этим номерам можно заказать ту или иную прокладку или набор. Сам набор обошелся в 3800. Шел он достаточно быстро. То есть нету у него там каких-то долгих времен ожидания. Так что вот, в общем-то, я поделился всем, что хотел, очень доволен, вообще очень приятная коробочка, очень приятный набор, но скоро мы это все будем ставить в мотор.